возвышай свой голос, возвышай свой голос к Нему в хвале, возвышай свой голос в поклонении Ему. О, царь славы, да войдет царь славы, да войдет царь славы. И благословлять того, кто один достоин. Слово Божие говорит, имея первосвященника великого, имея первосвященника великого, да приступаем к Нему с искренним сердцем, краплением очистившей сердца от порочной совести. Иисус сейчас стоит пред Отцом, чтобы ходатайствовать за меня и за тебя. Чтобы ходатайствовать за меня и за тебя. Великий первосвященник, который вошел в небесное святилище, чтобы ходатайствовать за тебя и за меня. Осуждение не имеет силы, грех не имеет силы, потому что кровь Иисуса Христа сегодня свидетельствует о твоем прощении. Раны Иисуса Христа сегодня свидетельствуют о твоем исцелении. Ходатайство Иисуса Христа сегодня свидетельствует о том, что ты свободен, о том, что ты прощен, для того, чтобы жить полноценной жизнью, жизнью победы, жизнью в духе. Во имя Иисуса, коробосия, лавакасанна, лавасия. Соря, лаваси, премене, лаваси, премене. Благодарим Тебя, Господь. О, Иисус, как велика цена, которую Ты заплатил за нас. Как драгоценна кровь, которую Ты пролил за нас, Господь, чтобы мы сегодня жили для Тебя. Поверь, что Он сегодня не хочет, чтобы твоя жизнь протекала по плоти. Он сегодня не хочет, чтобы твоя жизнь сегодня протекала так, как тебе это нравится, или как нравится твоей плоти. Он сегодня хочет, чтобы твоя жизнь была жизнью в духе. Он сегодня хочет, чтобы твои дела это были плодом Духа. Для того сегодня Он стоит пред Отцом, чтобы ходатайствовать. Великий первосвященник, который имеет в себе непрестающую жизнь, и всякий приходящий к Нему, и всякий черпающий воду из этого неиссякаемого источника обретает жизнь и силу в Нем. Прими сегодня эту силу, прими сегодня эту жизнь от Него, прими сегодня эту победу, прими сегодня это оправдание, прими сегодня этот мир и радость, и праведность в Духе Святом во имя Иисуса Христа через кровь Его. Аллилуйя! О, благодарим Тебя, Господь! О, благодарим Тебя, Господь! Иисус Христос, агнец закланный за нас! Агнец закланный за нас! Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо Тебе, наш Господь, за пролитую кровь Твою, за жертву Твою, искупление Твое, Господь мой. Что вину мне может
что я теперь спасен, защита для меня, Иисус, лишь кровь Твоя. Тебе спасен, защита для меня.
лишь кровь Твоя исцеляет меня, Господь, лишь кровь Твоя дает свободу мне, и я славлю, и я отдаю Тебе все сердце мое. Хочу встретиться с Тобой, Господь, приди Духом Своим, Господь, наполни.
поднять нас. Аллилуйя. Хорошай меня.